Приветствую, с вами я, покойник, и аутист. Почему покойник? Потому что люблю покой. Почему аутист? Потому что не люблю делать все не как обычно. Но сегодня я изменил своему аутизму замечательному, и мы начинаем видео с вот этого вот ивента, а потом будем проходить этот Мацури, короче. Почему же так у нас случилось? Потому что грёбаный чувак, который на кап заиграл, он вообще охамел и, короче, перестал появляться, и то есть заходил раз в два дня. В общем, я не буду больше. Я сменил пароль, и, в общем, если кто-то хочет со мной поиграть на драконе, заходить каждый день в обмен на возможность тратить купоны и, в принципе, пока вам не надоест играть, с аккаунтом в 170 камощей примерно. В общем-то, если вы хотите это, то пишите мне. Старому чуваку я не верну аккаунт, потому что он себя очень-очень плохо повел. Блин, мало того, что ни в каких ивентах не участвует. Я у него спрашивал, типа, может быть, тебе надоело? Нет, мне не надоело. Так почему ты не играешь? Я вообще удивляюсь. То есть я заметил, что все, кто пишут именно дай аккаунт под видео, ну или почти все. Так. Во, вроде бы на кого-то напал. Надеюсь, все будет удачно. Что значит enable? Зубиксана тогда давайте. Хоть кого-то. В общем, будем, во-первых, без звука играть, потому что я забыл, типа, включить и так далее. Во-вторых, у меня очень плохая неделя. Так. Сейчас давайте включать. Я вижу, здесь такая интересная команда. Вот, я наконец-то научился пользоваться хэшрамой, ну, относительно. И, в общем-то, довольно-таки успешно им пользуюсь. Главное, чтобы он мною не попользовался как презервативом. Вот это мне совсем не нравится, блин. Вот что это такое? Бесит, ой, как бесит. Кстати, сколько? 158... Камощи маловато, но при этом как дамажит неприятно. Ну все, нашему КГ, конечно, хана. Надо было в первом раунде кастовать. Хотя нет, смотрите. Ну все, теперь ГГ выполнил свою задачу на этот раунд, так сказать. И теперь вот запускаем Наруто. Да, Хаширама с полем офигенен. Мне его еще надо дальше проскил брочить. Также я все думаю, то есть, когда ролить Мадару. Если 2 недели будет этот ивент на свитке, то, скорее всего, за ролю. Также, в общем, у меня неделя неудач в этот раз. Эта неделя реально неделя неудач. Постоянно то, короче, какие-то деграданты, короче, хейтеры мне спамеров с Mail.ru приводят в комментарии и, короче, портят видео мои. То еще чего-то. Так. Вы серьезно? Да, опять невезуха. 466 камощи. Как же я обожаю этот ивент. В общем, еще, когда заходи, вот с этой недели, по-моему, именно на этой неделе, каждый раз, когда я захожу на Sage World Battlefield, именно на этот ивент, в Мацури все нормально, как бы вот сейчас все нормально. А в Sage World Battlefield, когда захожу, у меня интернет отрубается, это жесть. То есть, и в итоге, как бы, рефайны идут в жопу, и, как бы, вообще награда практически вся уходит куда-то. Не знаю, в жопу или нет, но куда-то явно уходит. Так, вот, Grim Prime какой-то. Он 131, вроде не сильно. Так, что у него? Шисуи, Саски, окей. Секс без смазки, значит.
Шисуи до Саски, все это секс без маски. Ничего, будет это. Традиционно будет со звуком только Мацури. Ну, может, оно и к лучшему. Так. А, блин, не успел. Надо было прожать. Теперь придется следующего раунда ждать. Зараза. Грёбаные Саски. Но все же он все равно говно. Пусть даже он у меня сейчас чакру высосал. Ну я же говорю, Саски сосет. Саски Рин и Шейнган сосет. Вы были свидетелями. Он высосал всю мою чакру. Он отсосал у моего Ашуры всю его чакру. Вот говнюк. О, а Хаширама, Хаширама-то какой красавчик, он тоже сосать умеет. Отсосал чакру назад. Ну что ж, легко пришло, легко ушло. Еще один бонус иметь Хашираму. В смысле, иметь его у себя в команде, а не иметь его в какое-нибудь место интересное. Что это вообще такое? Кто это такой? Ой, Мелиодас. 180, попробуем. Хотя что-то мне кажется... А, нет, этого вроде я побеждал. Ой, даже... Он вообще, что ли, не прерывает меня? Ну, окей. Так, блин! Если б я знал, что он будет дебафы фигачить. Сейчас же снимет обратно все. Ладно, не так... Ашура уклонился, охренеть. Это нам очень повезло, я хочу сказать. Так, о, все, 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 все. Короче, Мината Джанина нужно срочно деактивировать. Он единственный, кто в первом раунде представляет для нас опасность какую-либо. Все, как вы видите, он деактивирован, и он, кроме того, как вы, наверное, заметили, на стакан у этого товарища. Я-то знаю ваш секрет. Мината Джанин, вот ваш секрет. Но я готов к этому. Мой Хаширама готов принять бой. Вот, смотрите. Я же говорил, говнюк какой. Нападает. Все просто в него настакано. И он начинает вот эти вот по 3000 крита выписывать. Говнючело. Ненавижу. А, какой же этот Мината Джанин противный. Дешевый и противный. Он дешевка, как говорит один... ну, не знаю, какой человек. Так, я уже забыл, что я там еще хотел сказать. В общем-то, Кабза был уникален. Ну, хотя не только он, еще были до него некоторые не такие уж и плохие чуваки. Но все-таки Кабза один из лучших. Он, короче, мой аккаунт, не зря он его переименовал, как бы, своим именем. То есть, в принципе... Нормальным оказался чуваком, он давал, раскачал, короче, аккаунт. 20 тысяч поднял. Апай. Я, короче, на сиськи напал. Сиськи, привет. 51 камачи, прости. Прости меня, я сделаю это быстро. Я сейчас пожмакаю эти сисечки. Ой, стоп, я забыл Хашираму прожать. Ну да ладно. Я так увлекся сиськами, что... что забыл Хашираму прожать. Кому нужен этот Хаширама с его полем, если у нас есть сиськи? Так, серьезно, мне придется еще его опилку запустить. Ну, в общем-то, поднял мощу очень мощно. А, короче, вот, я вспомнил, что я еще хотел сказать. Короче, что этот чувак, он же еще и 20 тысяч купонов на мульте просрал.
ну, то есть не просрал, а специально взял, зашел и, короче, потратил их. Ужас. Просто ужас. Хуже был только тот чувак, который, сразу же зайдя на аккаунт, стал, короче, набирать опыт на нем. То есть, вообще, как бы, я ему сказал, если что, если вы хотите на моем аккаунте, то вы, как бы, каждый день заходите и не набираете на нем опыта. Это единственные два условия. И пока вы эти условия соблюдаете, вы, как бы, ну, заходить каждый день не то чтобы совсем обязательно, но предупреждайте, если вы не можете заходить. Потому что если вы будете через день заходить или там через два дня, то я подожду недельку, и мое терпение лопнет, откровенно говоря. О, у меня есть золотой ключ, а раз у меня золотой ключ есть, значит, можем больше даже ключей не собирать, наверное. Так вот, типа, потратил 20 тысяч купонов, серьезно, он сколько там, 2 недели побыл на аккаунте? И за это время, как бы, 20 тысяч купонов. Вот сколько мне стоила его игра 2 недели без таких ивентов, как Мацури или Sage World Battlefield, он в них типа не участвовал. Дороговато, хочу я сказать. За 20 тысяч купонов, как бы, можно было бы и дольше. Да, ну, кстати, у дракона тоже есть хашерама, например. То есть, если кто-то и хочет хашераму, то вы гомосексуалист. Ну, если вы мужчина и хотите хашераму. Но если вы, короче, не хотите хашераму... Ой, опять сиськи бегают. Так, Бёрдланд. Тут какой-то... Так. Пошел-ка я отсюда. Сикада Инара. 149. Норм. Сойдет. Так, посмотрим. Ой, все, хана. Да, он этого ждал, говнюк. Может, даже он, кстати, победить здесь. Ой, может победить. Это вообще было бы неприятно. Пожалуйста, закомпись, чтобы я, короче... Да, закомпилась. Сейчас добьем этого Итачи Анбу. Чтобы хотя бы... поменьше урона на нас шло. Все же у него маловато мощи, а так он, да, подловил. Подловил говнючего. О, еще и этого. Ну, это явно фри-ту-плейщик, да. На 104 уровне. Но зато у него есть Мадара. Все же Мадара не все в этой жизни. Почти все, но не все. Да, и Ашуру никто не контрит полноценно. В принципе, как бы можно сказать, что Ашуру контрит этот. Как его? Так. Стоп. Тут еще один чувак. Давайте на него нападем тогда. Почему бы и нет? 131, кстати. А че он стоял? То есть он довольно долго стоял. Он мог бы уже за это время... Так, ждем, пока Гаара, короче, прокастует. Я ж не идиот, типа. Давай, Гаара кастует, и мы сразу же кастуем. Мы же почти как Гаара. Ну, в общем, ужас. Просто ужас. Еще и жарюка.
Еще и с интернетом проблемы, и, короче, совсем проблемы. Еще и этот, короче, любитель конфликтов надо мной коумился там. Задержал комментарий в своем видео. Вообще, я не люблю конфликтов, я ж не любитель конфликтов, логично. Поэтому и других так могу называть. Но, типа, я бы мог, например, по его принципу, типа, вот, я там, а то обидится, я не буду показывать, и показал, короче, комментарий, где написано «Парадим хуй» и там что-то такое. И, короче, это, и приклею там котика чего-то там. То есть, если ты не хочешь, чтобы надо мной издевались, там, глумились, травили меня в интернете, то тогда не надо задерживаться на этом комментарии. Но нет, ты делаешь вид, что ты не хочешь, а на самом-то деле делаешь все для того, чтобы поглумиться надо мной. Логично же. Я вот, например, так и сделал. Я бы мог этот комментарий тоже прочитать и опять высмеивать. Но я понимаю, что как бы хейтерам это и нужно, чтобы я высмеивал чего-то там или там стыдил тех чуваков, которые... Так, стоп. На, 258, тут нет шансов. Тем более, что я своему хаширами специально уменьшил еще инициативу. На последней же этой позиции он стоит. О, смотрите, какой пиздец прокачанный. Кстати, а этого Шрайкаги, наверное, ему можно скилл триалы тоже сделать при помощи бутылочек. Напишите, хотите ли вы, чтобы я попытался, у меня там вроде бы бутылочек можно намутить. Бутылочек вот этой вот херни. То есть, чтобы я попытался хаширами еще побольше этих скиллброков сделать. Это, конечно, будет очень накладно. Там нужно заблокировать парочку этих способностей. Ладно, просто убей меня побыстрее, чувак. Вечно подымаюсь и начинается тут херня. Ну, хотя вот в этом ивенте пока что нормально. Кстати, еще что я хочу отметить. Что сегодня мы проверим мою теорию о том, что типа легче проходить Мацури после вы поняли чего. После чего-то, в общем-то, ну, после вот этого ивента, после тренинг файлда. То есть у меня есть такая теория, что типа донатеры проходят до того, а после фритупейщики. Так почему я типа решил после проходить? Ну, во-первых, чтобы проэкспериментировать, как я и сказал. Во-вторых, потому что мне нужно было дракона водить. То есть я же драконовод, такая себе. Выгуливать дракона, караваны там с ним бегать дольше из-за того, что у меня как бы интернет плохой, приходится все равно подгружать два аккаунта из-за того, что кое-кто не приходит. Ну, уже больше и не придет, в принципе. То, в общем-то, такие вот проблемы у меня возникают. Очень неприятные. О, опять сиськи бегают. Да, сиськи такие. Ногастые. Сиськи на ножках. В общем-то, что ли еще раз мету снять? Что я там еще собирался снять? Если у кого-то есть ниндзя, которого я еще не обозревал, можете мне, типа, дать его на обзор, собственно. Так. Так. Кто-нибудь. Я не хочу с этим пидорасом тут ебаться. Так. На кого это? Казалия. 263. Нет, тут мало шансов. Шисуи, Кушина. И какашка. Ну, попробую, конечно. Даже какие-то шансы, может быть, и есть. Все зависит от того, фритупейщик он или донатер. Хотя, блин, Кушина все это может контрить. Он вообще какой-то странный. Вы посмотрите, он на моего этого.
На Ашуру свою абилку заюзал. Это жесть какая-то. О, все. Чиз просрал свои кушины. Но мы все равно ему урона не можем нанести. Вот в чем прикол весь. Проблема-то в чем? У нас в голове проблема. Разруха не в этом. Разруха не в городе, а в уме. Ну ты промахнешься, кушиночка моя. Миленькая кушиночка. И даже Хаширамыч выжил. Видите? Хаширамыч, он у нас этот. Сурвайвалист. Он выживал. Выживальчик великий. Хотя, чую я, здесь нам все равно ничего не светит. Все-таки 63 тысячи мощи. Может быть, он даже и фри-ту-плейщик. Но, скорее всего, все-таки что-то донатил. Ну, а, ну, какаши, в принципе. Но у меня-то тоже Наруто Ашура есть. Если честно, какаши, вот, не понимаю, в чем его прикол. Так, ладно, блин. Когда я уже смогу от тебя отступить, говнюк? Понятно, что ты будешь долго и мучительно меня убивать. Зачем я только на тебя напал? Здесь я, видите, я говорю, я напал. Потому что ивент такой. Это все-таки игра. Здесь нас травливают для того, чтобы вынудить платить деньги. Это же очевидно. Как и в жизни. В жизни тоже. Народы стравливают, чтобы ободрать с них деньги. Иногда с чужого народа, иногда со своего. Со своего под видом патриотизма и необходимости там типа поднатужиться, чтобы кого-то там одолеть. Вражину, супостатище. А вражеского, ну, чисто грабежом, разворовыванием. Донбасс тому пример. А некоторые потом, украинцы замечательные, возмущаются и удивляются, почему я говорю, какого хрена ты по-украински пишешь, но при этом как бы это... Но при этом приходишь ко мне с Mail.ru и возмущаешься там чем-то. Mail.ru — это корпорация, которая финансирует финансирует ту же войну на Донбассе. Она принадлежит олигарху российскому, Усманову Алишеру. Этот олигарх, он как бы там из путинских. Это во-первых. Во-вторых, как бы он еще и выкупил у Дурова ВКонтакте, точнее, когда отняли его ФСБшники, они как раз отдали этому Усманову. И все, что связано как бы с Mail.ru, это полное говнище. Полнейшее просто говнище. И отборная. Это на самом-то деле ужасно. Так что, помните, некоторые сайты заблокированы не просто так. И вот чувак этот там ставит мне дизлайки, там говорит по-украински. И пишет. И при этом сидит на этом, этом Mail.ru. Там в ответах или где-то. А потом эти деньги, которые идут с рекламы на Mail.ru и вообще от всяких там херовин, они, короче, идут на убийство украинцев на Донбассе. В общем, на такие вот замечательные вещи. Почти такая же команда, как у меня, но он, скорее всего, победит. Хотя...
Да, он подождал меня. И потом сам скастовал свое ебучее поле. Чтоб ты сдох от рака, сука. На. С этими ГГ земли такие, блядь, сука, проблемы. Мне хоть... Ай, блядь, у него полностью скилброченный Хашарама, ёбаный пидорас. Пиздец просто. Срочно мне нужно тоже такой хернёй страдать. Блин, ну что ж делать теперь-то? Я его теперь хер убью, потому что под его полем и так далее. Ну хотя бы ГГ умер. Это, конечно, небольшое преимущество. Но, как я уже сказал, небольшое. Очень небольшое. Потому что, блин, поле, все остальное. Вы посмотрите, какой урон. Просто пиздец. Ну все, мы проебали, да. Потому что у него баф на атаку и его поле. Так что вот такие вот дела. Поспешишь, людей насмешишь. Ну я ж, в принципе, знал все это. Так. Хотя... У меня там может быть настаканный Наруто Ашура больше. Давайте попробуем победить. Это донатер, кстати, вы видели? У него, по-моему, была эта... плашка. Я не помню, здесь они показываются или нет. Медальки, короче. Медаль Джанина. Эта медалька, кстати, она типа как бы помечает. Ну, короче, если ты видишь медаль Джанина и так далее, то знай, это вот 100% донатер. Потому что это первое, на что человек донатит, потому что это типа такая довольно выгодная вещь, на которую можно донатить. Наша задача теперь... Теперь, короче, будет куча времени. И наша задача, чтобы у нас было это. Больше хп под конец 10 раундов. Вот серьезно, он не собирается отступать, да? У тебя меньше мощи, чувак. У меня 210, у тебя 195. Но он не отступает, потому что он ебучий донатер. Ну ладно, я как бы, я здесь вообще ни при чем, ты понял. Видимо, у него даже больше настака Нашера, чем у меня. Ты хочешь этого, да? Ну неужели? Видимо, у него тоже ключики как бы завалялись. У кого, как говорится, это? У кого в жопе впервые засвербит, это, скажем так, ну, знаете, как это, ковбои вот эти, вот, дуэль. И такие револьверы достают, и кто первым моргнет. И в тот момент, как один моргнет, другой выстрелит. Вот такая вот фигня. Я победил в гляделке. Так, так, так. Ой, кто это такой вообще? Я на кого-то напал, не понял на кого. Оу, может быть успею? Вроде должен успеть еще. Так, Куринай сразу прокастовывается, это, наверное, хорошо. Прерываний никаких нет, значит... Вот поле Шисуя, конечно, вот этой штукой убирать очень просто приятно. Вы не представляете, как приятно именно убирать поле Шисуя. А еще сейчас мы комбо ему прервем, возможно. Возможно и нет. У него же вроде отражение дебафов там есть. А, нет, получилось. Мы, во-первых, Куринай убили, во-вторых, может быть, мы там что-то
сделали. Да и вообще у него мощи-то маловато. Эй, а где Ашура? А, он на нее, короче, потратил свой дебаф, так сказать. Хаширамыч красавыч. Кстати, он что, заимобалил Шисуя? То есть, когда он критует, он может заимобалить? По-моему, да. Вот говнюк. Ничего, тебе все равно хана. Не сопротивляйся, минута осталась. Я должен тебя убить побыстрее и пойти, короче, курить. Нет, я не курю на самом-то деле. И вам не советую, но, типа, не знаю, зачем я это сказал. Ну блин, ну 48 секунд, ты серьезно? Еще этот Хаширама так медленно ходит. Тут какая-то заторможенная страна. О, как раз недалеко, отлично, успели. Вот этот ивент у нас удачно сегодня прошел, удивительно. Вся неделя, конечно, на смарку, но зато тут вроде бы довольно много ключей добыли и довольно много потратили. Смотрите, уже получаем эти монетки даже. Причем таки неплохо получаем монеток. Не хочу больше ни на кого нападать. Типа, о, привет. А кто-то еще бежит, серьезно. 3 секунды осталось. Смотрим, 1500 и 192 тысячи. Отлично. Кстати, в этом плане довольно-таки даже удобнее снимать ивенты в такой последовательности. Почему я их раньше снимал, типа, в начале Мацури, там в 20 минут, а потом, типа, это? Потому что после Мацури и этой херни я обычно, это, того, сдаюсь, так сказать. Ухожу уже из игры, то есть я не люблю очень поздно задерживаться в игре, и вообще мне она надоела. Но, типа, видите, то есть никакого промежутка нам не нужно между играми. То есть мы можем сразу прийти, бабах-бабах, и два ивента выполнить без всяких прерываний видео. Это довольно-таки удобно. Но опять же, все это такой геморрой. Это я ищу выгоду среди, короче, геморроя. Вот он мой Гарыч. Все вроде бы установлено. Трерратус проверим. И пойдем попытаемся. Конечно, если в первой же битве нас не отымеют задницу очень жестоко, то будет, я думаю, неплохо. В принципе, сойдет, я думаю, все это. Значит, ой, Ашуру сюда давайте. Давайте вот так вот, все. Так. Интересно, кто-то сейчас будет проходить его? Из низколевельных. Или мне сразу дадут кого-то высоколевельного? Ой, стоп, я ж без звука. Сейчас вернусь. Так, все. Зачем я вообще прерывал, если все так просто? Значит. Так, вроде все снимается. Все, давайте. Ну и я прерываю до битвы. Да, ну что ж, придется, наверное, подождать до минуты и надеяться, что хотя бы кто-то сейчас в ивент этот придет. Потому что, как вы видите, до минуты нам никого не дают. Ну же. Даже в минуту никого не дают? Серьезно? То есть, это вообще пиздец какой-то. Они что, все в первые 20 минут выполнили? В общем, еще там кто-то мне писал, типа, что у меня монтаж. Я, типа, не монтажирую, не мандражирую.
Серьезно, я против вообще монтажа всего, ну, в смысле, там, где он не нужен. А вот приклеить ебучего котика для того, чтобы поизнущаться над другим, короче, каналом, другим летсплейщиком, или там ебучих мемчиков тупых приклеить, это, конечно, верх тупизма. Я так считаю, и как бы это тупо, да, правда. О, стоп, а была минута или нет? О, 250, охуеть, а я-то надеялся, сука. Просто отступаем сразу же. Сука, я хочу отступить, ёбаный пидорас. Так. Вот, первая команда просрана, поздравьте меня. Замечательно. Довольно быстро это произошло. Стоп, я не могу отступить. У меня что, сейчас интернет прервется, что ли? Да, это, конечно, очень радует. Я просрал команду самую крутую сразу же в этот раз. Причем 89 уровень, заметьте. Лучше бы я минуту ждал. Нет, видимо, все-таки лучше в начале фигачить. Нет, ну серьезно. Пиздец. Итак, я очнулся, и тут у меня как бы уже все. Одна команда просрана. Самая главная наша, самая крутая команда уже пошла нахуй. Теперь давайте просрем все остальные. Скорее всего, так и случится. И все. И можно будет сказать, что как бы я правильно проходил его в начале. А не сейчас. А, печальненько, конечно. Ну, может быть, конечно, больше повезет. Хотелось бы на это надеяться. Хотя бы какие-то победы получить. А, ебучий Херузен. Так, здесь у нас. Я не помню, что здесь нам ставить надо. Вот так, по-моему. И вот так. И как бы все остальное вроде бы так же остается. Вроде да. Да, на левел меньше моего. Меньше моего, сейчас остались только донатеры ебучие. Так, стоп, а я сегодня эту херню проходил или нет? Силуэт Нинджа. Пойдем, короче, на Силуэт Нинджа теперь. Так. Все, я вернусь. Стоп, блядь! Я вышел! 151 и за нами. Но он сдался, окей. Спасибо тебе и за нами. Короче, как вы видите, просто я как бы не сражался, я вышел давно оттуда, но просто меня бросило сразу же в питу и дало победу мне насильно. Эта игра, она насилует меня в анус. О. Напиши на email или YouTube. Там дракона. Да, как раз вот вовремя. Я больше всего люблю таких чуваков, которые приходят в игру, пишут, я вот решил сюда и так далее. У тебя там не найдется аккаунта. Ну, я надеюсь, он насчет этого писал. По крайней мере, даже если он не навсегда, а скорее всего, он не навсегда останется на аккаунте. Не потому, что я так не хочу, а потому, что всем игра надоедает. Но, по крайней мере, он научится играть и как бы
пребывание на моем аккаунте для него не останется бессмысленным. Блин, ну чё за херня? Почему они меня контрят сразу же? Что это за бред? Меня они бесят. Вот как они угадывают, кого контролить? Да-да-да, ну ты понимаешь, я снимаю видео, чувак. Все, я жду тебя там под последним видео. Я тебе дам, короче, имейл, туда напишешь. Я даю только, типа, чтобы был постоянный источник связи и так далее. Серьезно, вы поколение 21-го нахуй века. Вы не знаете, как ебучим имейлом пользоваться. Вы что, совсем, блядь, отбитые? Ну как можно такими быть? Так, Final Valley Lover. Lover, короче. Любовник, значит. Какие же вы, блин, отбитые? Я не понимаю, блин. Вообще, email это относительно еще безопасная хрень. Потому что если взять те же соцсети, то они тупо торгуют вашими данными там, могут посадить, особенно в России, за какие-то картинки, лайки, репосты. Причем спустя 7-8 лет, когда вдруг окажется, что вы там неугодны кому-то. Не давайте своих данных. Пользуйтесь имейлом, как... Там хотя бы в этом имейле вы не даете особо своих данных. Вот у меня там не указаны вообще данные, только телефон мой указан. Я ж никакой не этот ебучий парадигм. Или там и не Юданов. Да-да, и... Да. Я чуть по... Лечу. В общем, чуваки, email это очень простой, понятный и надежный инструмент общения. Ты можешь всегда вернуться к тому сообщению, его никто никогда не удалит. Ты, короче, это, можешь пересылать там и файлы, не только обычные вещи. То есть все эти дискорды, это наносное. Это просто, скажем так, уже свистоперделки. Email, с него все начиналось, но, как всегда, короче, заканчивается все говно. То есть просто налепили там бренд, раскрутили. Так могут вместо дискорда что угодно абсолютно раскрутить. Хуй на стене нарисуют, скажут икона, будете верить. Просто другое оформление и возможность впиливать смайлики. Хотя смайлики и в имейле можно засунуть. Опять он пишет, блин. Опять этот ебучий Нзот. Ненавижу тебя. Ну какого хуя? Я его и в начале там встречал. И здесь я его, короче, встречаю. Пиздец какой-то. Хоть бы Шису я убил. Пожалуйста, убей Шисуя.
Есть, он сдался. Ух, блядь, и этот хуй, ты начинаешь, ты только... Чувак. Не нужно мне писать, я снимаю ёбаное видео. Я сейчас передумаю. Я не люблю передумывать. Мне нужна помощь. Я не хочу сам с двух аккаунтов сидеть каждый день. Мне это нахуй не вперлось. Да я понимаю, что из-за какого-то хера. Я не сомневаюсь, что стоит NXP плохие. Оазисы тоже не такие уж и хорошие. Хотя чуть получше. За это как бы им хвала и так далее. Потому что только ругать не нужно людей. Несомненно. Это правильно, потому что все только ругают и так далее. А ругаем мы почему? Потому что, собственно, когда нам плохо, мы сразу это чувствуем и мы ругаем. А когда хорошо, как бы не все хвалят, понимаете? Не все хвалят, когда хорошо, но всем, когда плохо, они говорят, нам плохо и ругают. Ой, блядь, опять этот... Вот вы посмотрите, нет, я больше никогда не буду так, короче, херачить. Да ну на. Не, ну это без натёка. Ой, стоп! А, 25, по-моему. Курама в 25 минут. Не в 15 же ж. Так. Да нет, я не на лисе. В том-то и проблема, что я, сука, не на лисе. Две победы, отлично. Это просто замечательно. Просто бесподобно. На лисе. Кто там на лисе? У кого? Срать я хотел на вашего лиса. Опять переставлять. Это потому, что я ГГ вторым поставил в этот раз. Надо, типа, в очередности в определенной ставить ниндзя. Ну, я ж, блядь, забываю об этом. Последняя команда. Естественно, никто мне уступать не будет с ней. Значит, здесь мы берем, в принципе, все как есть. Кроме... Хотя, может быть, вообще все как есть взять. Да, все как есть и оставим. И будем молиться. О, блин. Итак, и за нами опять. И опять он отступает. Ну, спасибо тебе, конечно. Я рад, что ты два раза у меня тут отступил. О, блин, спасает и за нами, как вы видите. И за нами просто спасает нас. С нашей командой многострадальной. По сути, какого-то толкового боя у нас ни разу не получилось. Или был какой-то бой, где я всех вынес. По-моему, Нзота, да. Вот с Нзотом единственный бой у нас толковый получился. Он меня заебал, этот Нзот. Ёбаные любители Близзарда. Я, конечно, китайцев ненавижу, но Близзард... Не, ну Близзарды ладно уже. Особенно старые, они неплохие. О, 200 камощи, отлично. И тебя я помню. Ох, какой ты красавчик. Прости, чувак, я тебе не уступлю. Так, стоп. Стоп. Ты кого будешь получить? О, отражение дебафов. О, да. О, ес, о, да. Ну ладно, посмотрим. Босой.
Блин, печально, что я ни на кого не поставил свою метку. В следующем раунде могут быть проблемы. И это Таноки не того, кого надо, бафает. О, как ты просто замечательно сделал. Ты просто красавчик. Просто великолепен. Еще раз. Очень красиво поступил. Мне ты нравишься, чувак. Ты мне реально нравишься. Вот зараза. И еще немножко. Печаль, беда, конечно. Но думаю, мы как-нибудь переживем всю эту херню. О, отлично. Вы посмотрите, как нам везет. Это просто... Это просто, я не знаю. Так мне давно не везло. Ну или просто ему меньше везет еще даже, чем мне. Знаете, говорят, вот я не везучий, я не везучий. Здесь я вынужден признаться, что я немножко вам привираю. Кому-то ведь не везет еще больше, чем мне. Ать, зараза! Ненавижу тебя. Мой рука. Говнюк, за и руку порву. За и руку и двор стреляю в упор. Ох, еще повезло как. Повезло-то как. Ты очень хочешь, чтобы я опоздал на Кураму, да? Ёбаные эти граданты. Блин. Еще одна победа нужна, да? Ну нафиг. Пошел я на лиса. Все, мы продолжаем. Мы надеемся на то, что кто-то будет, в общем-то... Я не знаю, кого мне воскрешать. Раз у нас как бы... Все равно, кого воскрешать. Зачем нам вообще воскрешать и руку? То есть, давайте, может быть, кого-то другого. Например, Хирузена. Хирузен же ж ведь лучшие руки. Он может, короче, в первом же раунде, например, кого-то завалить. Так. Все же кого-то надо воскресить, вы же понимаете. Или Хашираму. Хаширама. Хорош ли он в этом плане? Ну, в принципе, да. В первом раунде нам нечего применять. Поэтому Хаширама вполне себе сгодится. Или же Наруто Ашуру. Наруто Ашура тоже вполне себе. Даже давайте вот так вот поставим, а сюда, типа, Наруто Ашуру воскресим. Ну, просто Наруто Ашура слишком ОПшный, я не могу не его воскресить. Вы ж понимаете. Так, и, конечно же, ему не передались предметы. Вот это охренеть. Я думал, они от позиции зависят. Хорошо, хоть заметил. Так, ну теперь у нас много воздуха, это хорошо. Можно также нам поставить ниндзюцу Урге, наверное. И бани чакру, или не нужно бани чакру.
Да, в общем-то, вот такая вот хрень. Попытаемся кого-нибудь с этим победить. Может быть... Нет, ну точно так же проходить и впредь я не очень-то хочу. Потому что это очень геморно, вы видите. То есть тут 15 минут и вообще, то есть никто не участвует. О, блин. Это просто ужас. Ну кто? Кто? Уфо, курва. О, ну курва-то курва, чувак. Я твою курвистость. Можешь сразу сдаваться. Прости, но мне нужна победа. Тем более, что у меня... Я потратил даже бутылочки. Да и вообще, блин, я не отступаю. Я зарекся отступать после того, как один раз отступил и потом проебал все. Фух, мы вырвали. Мы вырвали самым корнем этот корень зла. Мы вырвали эту победу, как цепные псы. А на этом я с вами прощаюсь. День ненависти окончен. Хотя, если честно, меня все заебало. Ну, я это уже говорил. Я покойник, иду на покой. Всем пока.